Друзья, пришел черед выходить на сцену конкурсантки из Армении. Это Эрна Мир. На вопрос о своей мечте Эрна озвучила нам целый список, а именно вырасти на 7 сантиметров, спеть на 12 баллов, выпустить один сингл с Джей-Зи, получить миллион алых роз и пройтись по красной дорожке Грэмми 2022. Ну что сказать, Эрна уже взрослая, должна понимать, что не все мечты сбываются. Не удастся ей, друзья, спеть на 12 баллов, ведь максимальная оценка на новой волне – 11. Леша, остальные желания? Остальные, я думаю, легкотня. Это у нее, уверен, очень скоро получится. На сцене Эрна Мир, Армения. Грусти, береги отца, Бог вас сохрани. Мама, не грусти, не грусти. Родина моя, как ты без меня? На вершинах снег, где мои друзья? Сберегла ты всех, а где-то горы. Չգամեց իր գտիս չարնես աչքը դարձունքով չլծնես Հայաստանի ընդում մորացել ես դու թե հիշում ես ու նորից ինձ ետ կանչում В исполнении Эрны Мир, Армения. Образ конкурсантки из Армении Эрны Мир создан тренером Анастасией Задориной. А отличительные особенности работы Анастасии – виртуозный крой, особое внимание деталям и подбору материалов. Предпочтение дизайнер отдает шелку, кружеву и атласу. Аплодисменты дизайнеру. Ну, а теперь оценки. Эрны Мир, Армения. 11. Ну, конечно, это же Сочи.